Работа вожатого – серьезная ответственность и большой жизненный опыт, который ей по окончании смены пригодится не раз. Получают этот опыт в сотнях детских лагерей по всей России, но один из них – особенный. Мечта любого вожатого – работать в Артеке. Это самый крупный лагерь, и там можно набраться много опыта. И даже сейчас на школе вожатых я получаю очень много опыта. Ну, дети дают заряд эмоций, который... Ну, как бы ни с чем не сравним, и поэтому мне хочется поработать в самом лучшем лагере. Международный детский центр ежегодно принимает по несколько тысяч детей. Здесь собираются самые талантливые ребята со всей страны. Высокую планку ставят и для вожатых. Туда можно ехать только с хорошими знаниями. Просто так, без знаний, можно поехать с желанием. Но обязательно еще должно быть намерение и много знать, и намерение многому научиться. Это обязательно. Перед работой вожатые проходят отборы и специальное обучение. Но чтобы понять уже сейчас, сможешь ли ты выдержать высокие требования и нужно ли вообще туда ехать, в нескольких вузах нашей страны организуют выездные интенсив школы подготовки вожатых Артека. Один из них – Мордовский университет. Здесь второй год подряд проводят школу для ребят, которые мечтают работать в международном детском центре. К этому проекту мы относимся очень трепетно, с любовью, с уважением, гордимся этим проектом. Я надеюсь, что те дни, которые вы здесь проведете, будут с пользой. Подготовим достойных вожатых для того, чтобы работать в летнем сезоне 2016 года в Международном детском центре «Артек». В прошлом году, благодаря проекту «Школа вожатого Артека», в Международный детский центр отправились 26 студентов университета. Проект признали успешным и решили провести еще раз, но с изменениями. В этом году здесь проходят отбор и обучение студенты со всего Поволжья. Проект реализуется при поддержке программы развития деятельности студенческих объединений. В этом году проект расширил свою географию. У нас принимают участие студенты Приволжского федерального округа, это Республика Татарстан, Нижегородская область, Ульяновская область. В количество участников это 50 человек. По результатам проекта также лучшие вожатые отправятся работать в Международный детский центр «Артек». За два дня участники проекта получат знания по основам психологии и педагогики, приобретут практические навыки организации коллективной деятельности. Но самое главное, смогут получить ответы на интересующие вопросы от практиков. В этом году у нас приехало 4 преподавателя из Артека. Это все практикующие педагоги, руководители психологической службы и методисты Артека. Мы даем практические навыки работы ребят для работы с детьми. Конечно, можно сейчас много получить знаний из интернета, и кто-то из ребят уже имеет опыт работы, но я считаю, что наша школа, вот школа, которую организовали здесь в Саранске, она интересна прежде всего тем, что ребята могут получить ответы на свои вопросы от тех людей, которые имеют опыт работы в Артеке. Их вопросы – наши ответы. И они, кроме того, что теоретически они смогут практически, на практике мы какие-то методики с ними проиграем. Вот в том, что программа практической направленности, вот это большой плюс. Кто-то пришел сюда набраться опыта, а у кого-то за плечами не одна смена. Но абсолютно все участники проекта убеждены, что школа полезна, и при любом раскладе знания, полученные здесь, пригодятся. Я состою в педагогическом отряде «Ника», в котором уже третий год работаю в лагерях по Мордовии, и уже захотелось побывать в Артеке, потому что мне кажется, что это очень колоссальный опыт, огромный. Для себя черпаю что-то новое всегда и отмечаю, что ага, вот этого у нас нет, значит, и тут и такое можно провести, например, насчет игр и насчет каких-то мероприятий. Такое можно ввести, например, в нашем лагере. По результатам 3 дня лучшие участники проекта получат возможность поехать в Международный детский центр, чтобы пройти следующий этап обучения вожатых. И, возможно, уже этим летом мечта некоторых из них осуществится, и они смогут сказать: «Я вожатый Артека».